Дорогие рукодельницы, скоро 8 марта, пора делать очередные подарки, и мы решили связать нам всем бактус. Когда мы начинаем придумывать какое-то новое изделие, первый вопрос, какой мы себе задаем? Правильно, из чего вязать? Мы связали наш бактус из слонимской пряжи. Белоруссия, слонимская пряжа, меланж, три сложения. Пряжа очень тонкая, 1600 метров, 100 грамм. Мягкая и очень комфортная к лицу. Для бактуса это один из основных параметров, это приятность к телу. Потому что это может быть шарфик прямо на шею, это может быть шарфик на воротник, неважно. Самое главное, что он должен быть приятен, не должен колоться. Плюс к этому обязанность бактуса не иметь катышей и каких-то валенных краев. Вот слонимская пряжа 100% обеспечивает хорошее качество. Эта пряжа уже проверена временем, мы не раз из нее вязали изделия. Машинка ее просто обожает. Три сложения машины Silverit 840. Когда вяжешь, такое ощущение, что каретка просто пустая. Впустую гоняешь машину. То есть очень комфортное вязание. Мы просили специально сделать перемотку на три нити, но на самом деле можно было добавить еще пару ниточек для более, ну скажем так, яркого цвета. Мы просили сделать сборный меланж по тем цветам, которые выбрали сами. Можно было добавить еще. Это для тех, кто будет выбирать и сомневаться, какой толщины пряжу можно провязывать. Так, 5 нитей вполне возможно. Теперь, что касается бактуса. Показывать не буду. В ближайшее время я вас приглашу на совместное вязание. Кстати, оно будет бесплатным. Теперь, что касается бактуса. Это новое слово в вязании. Мы таким способом еще бактусы не вязали. Поэтому новый бактус вяжется не частичным вязанием, как птицы улетели номер первый. Нет. Не разрезная техника, как бактус-кубик. Нет. Не составные детали, как бактус-калейдоскоп. А совсем другая техника. Какая техника вязания? Приходите на наше совместное вязание, узнаете. Совместное вязание бесплатно. Оно будет проходить на площадках ВКонтакте и в Инстаграм. Для того, чтобы попасть в группы, пожалуйста, переходите по ссылке под видео, подписывайтесь. Будете получать приглашение и рассылку. И плюс к этому хочу сказать, что для тех, кто выполнит все условия вязания, мы расскажем один маленький, но очень полезный секрет про меланжевую пряжу. Не забудьте подписаться на наш канал, переходите по ссылке в группе по вязанию бактуса, и в ближайшее время я вам покажу, что же мы с вами будем вязать.